Вместо луж теперь новые тротуары, пешеходные дорожки. Благоустройство придомовой территории на улице Строительная в городе Саки продолжается. Скоро весь двор станет еще уютней. Строители работают как часть одного механизма, чтобы уложиться в срок. Параллельно готовят и место под покрытие спортивной и детской площадки. Также проводят все коммуникации. К работам приступили 2 недели назад, а двор уже обновился на 50%. Большую часть новых тротуаров и бордюров установили. Другая часть стройматериалов завезена и ждет своей очереди. Здесь у нас есть водоотведение. Небольшая часть ливневки мы сделали и ливнеприемники. Они со временем будут подсоединены уже к общей городской ливневой канализации, которая будет проходить по улице Строительной. Татьяна Потеха, ее годовалый сын Артем живут в доме на Строительной 21. Единственное место для прогулок с ребенком был их двор. Сейчас здесь пусто. Старые игровые комплексы демонтировали, но Татьяна не жалеет. В этом доме она уже живет 27 лет, и это первая масштабная реконструкция на ее глазах. Хочется, чтобы по ровным дорогам, там, где, вот там, допустим, трещины, ямы, мы уже падали, уже разбивали себе губу и все. Поэтому, конечно, по таким ровным мы вот на набережную гуляем, там хорошо, там не страшно отпускать ребенка. На работы выделили более 11 миллионов рублей по проекту. Здесь установят и лавочки, урны и освещение. Еще 2 недели, и объект будет готов к сдаче. Наджи Сева, Алим Сидалиев, телеканал «Миллет».